уйдешь, Камал, а твоя любовь останется со мной. У меня нет сил уйти. Твой друг скажет, пора в путь, и мы проводим вас. Но до весны отсюда нет пути. Да. Крохотные снежинки засыпят перевал. Зима держит горцев в плену. Мы живем высоко-высоко. Над облаками. Зима у вас прекрасна. Но я и весной не уйду от вас. Судьбу. Снег пошел! Снег наша защита! Войны мира теперь не сунутся к нам до весны! Открыл мне свою душу. Он сказал, что любит девушку из вашего кишлака. И девушка ответила ему любовью. Поэтому я пришел к вам сватом. Весной мир жестоко отомстит нам. Так давайте хоть одну зиму проживем весело и свободно. Подарите счастье брату нашему Камалу и сестре Гульнор. Индус достоин быть нашим соседом. Благослови их. Аминь. Нам открылась истина. Это истина любовь.
Она в каждом из вас. Вот почему вы непобедимы, хотя у вас нет винтовок. И вы будете жить вечно, соблюдая закон любви, даже если никогда не растают перевалы, соединяющие вас с жестоким миром городов. Спасибо тебе за доброе о нас. Только ведь ты нам рассказал сказку. Хотел бы поверить ей. А как? Перевалы растают, солдаты вернутся. Любовью винтовку не заткнешь. Когда они увидят, как вы счастливы в этом суровом краю, они не посмеют стрелять, не смогут. Поверху! Поднимайте всех! Люди, поднимайтесь! А Санчо ведет солдат! Беда! Солдаты! Чандер, ты сейчас пойдешь с ним. Иначе они увезут тебя в цепях и после пыток перережут горло. Нет, Мирсаид. Беду мы встретим вместе. Послушай, брат, нельзя, чтобы твоя кровь легла позором на совесть горцев. Маматку! Да? За перевалом найдешь Хасана Арбакеша и скажешь, этого человека преследует эмир. Я понял. Как все нелепо. Но видно судьба. Чандр! Чандр, подожди! Подожди, Чандр! Чандр! Прости мне мое предательство, Чандр. Ты нашел свое счастье. Прощай, Камал. Идем. Прощай, брат. Окружайте кишлак! Солдаты, солдаты, бегите в горы! Попался.
Царство его небесное. Аминь. Ловите его. Не стрелят, пойдет лавина. Накройтесь. Спасибо. Но мы во тьме блуждая, жаждем зарева. Нам нужен город счастья, а не марев. С этой минуты мы правительство патриотов Индии в эмиграции. Пройдет время, этот флаг свободы взовьется над нашей родиной. Мы должны найти себе политических союзников. В Азии их нет, кроме, разумеется, Афганистана. А в Китай к нам отнеслись враждебно. А в Европе кайзер Вильгельм не предложил Чанду даже сесть на аудиенции и выдвинул план фактической оккупации Индии немецкими войсками. Вы правы, друзья, но есть Россия. Вся русская пресса поддерживала великое индийское восстание в прошлом веке. Все честные люди России и сейчас на нашей стороне. Но я не доверяю царскому правительству. Англия и Россия — военные союзники. Именно поэтому мы должны обратиться к царю Николаю. Представьте себе, друзья, могущественный монарх России просит Англию даровать Индии свободу. Отказ царю в такой просьбе может создать вокруг английского правительства губительное общественное мнение. Не так ли? Я не верю в способность монархов творить добро. Совесть можно пробудить в каждом человеке. Я встречал таких смельчаков только на берегах Пьяча. Клянусь великим Имрой, я обрежу пальцы этим бродягам. Не подходите, разойдись, я вспалю ваши животы. Прочь, бездельники! Кто вы? Я Чердил. Из племени Парум. Принес немного меду, чтобы выменить его на соль. Бери. Да. Нет, нет, благодарю. Эти дервиши отняли мед у меня, будто бы в жертву их пророку. А мы не почитаем Магомета. Вот, вот что сделали, разбили, разбили мой кувшин. О, пусть испепелит, сварит их наш злобный юж. О, пусть испепелит, сварит их наш злобный юж. О, пусть испепелит, сварит. Вы хотели бы найти работу? Если она будет достойна мужчины. Что вы умеете делать? Умею ухаживать за деревьями. Могу быть кучером, поваром, сторожем. Ваши условия. Я готов работать за еду. По пятницам буду уходить к своим, а потом вы дадите мне немного соли. Мы согласны. Отчаянный парень. Очень хорошо, что он здесь для всех чужой. Никаких связей. И тем не менее, при нем лучше не говорить. Чудно, господин. Неграмотный я, а буквы вырезаю. Если эти буквы помогут Индии,
Каждый индус будет знать ваше имя, Шардил. Ехать в Россию с этим золотым письмом? Это же чистое безумие. Как ты не понимаешь? Царь должен получить наше послание из рук члена правительства. Да. К царю поедет кто-то из нас. Это сделаю я. Нет. У меня больше опыта. Я выполнял самые опасные поручения наших эмигрантов в Европе, в Америке. Если что-то случится, преданного командира отряда вы всегда найдете, а честного политика раздобыть сейчас нелегко. В твоих словах какая-то обреченность. Почему? Я хочу поехать к царю для того, чтобы рассеять все ваши иллюзии. Сильные мира сего покоряются только силе. А это... Спасибо, Сардарджи. Одно меня утешает, что я больше не увижу лиц британских колонизаторов. Урна. Верный союзническому долгу, Его Величество император Николай выдал вашего посланника посольству Его Величества в Петербурге, посылая вам пепел Бхаттачарьи, казненного за преступление перед короной и погребенного на костре, с соблюдением обрядов вашей религии. Подобная участь, несомненно, ждет всех мятежников, Майклсон. Я веду караван издалека. В пути слышал песню слепца. Он пел о царстве свободы в России. Принес ее русским герой-большевик. Имя его Ленин. Ему одному было под силу разрушить оковы злых демонов и вывести свой народ из мрака неволи. Запомни это имя. Ленин.
Господин. Доброе утро. Господин, сегодня пятница. Конечно, конечно, Шердил. Я помню, мы вас не задерживаем. Идите к своему племени, счастливого пути и благополучного возвращения. Прошу вас. Братья мои, я вижу перед собой дорогу. Она опасна и трудна, но вместе мы осилим ее. Мы пойдем к Ленину за правдой. Он сказал, что любой, даже самый маленький и незаметный народ будет жить свободно и самостоятельно. Согласны ли вы стать ходоками к великому человеку? Мы согласны, Чандра. Согласны. Согласны. А сейчас я должен получить разрешение на въезд в страну Ленина. Пора в дорогу нам, пора. Пора идти в страну свободы и добра. Поднимемся над тучами ненасти и дверь откроем в государство счастья. О, а я начал уже беспокоиться за тебя. Лодка с того советского берега придет только завтра. У меня есть скверная привычка, Аббас. Выбирать самые длинные пути, но никогда не опаздывать. А сейчас чуть было не опоздали. На Ленина покушались. В него стреляли. И многие говорят, что уже... Нет! Даже самая злая судьба и та оставляет крохотную надежду. Красные везде понатыкали свои гарнизоны. Здесь тоже крепкий заслон, мышь не проскочит. Сэр Майклсон, одного я вас проведу, но караван... Я привез оборудование для патронного завода. Наши специалисты давно его ждут в Бухаре. Эмир ждет. Через горы пойдем. С верблюдами? Я договорился о покупке лошадей. Перевьючим. Хорошо. Здесь появился некий Раджа Чандр. Знаю. Я очень хорошо знаю этого господина. Нельзя допустить, чтобы он перебрался на тот берег. Надо его немедленно убрать. Индус охраняет.
Это вы? Да-да, я. Ну, какую же истину вы хотите найти на чужом берегу? Я всегда полагал, что истина одна для всех. Опасное заблуждение, Чандра. Оно вам может стоить жизни. Или на этом берегу, или на том, у красных. Вы были там? Нет. Побывайте. Вам полезно будет увидеть это чудовище, прежде чем мы уничтожим его. Кого? Большевиков. Они нарушили естественные связи между людьми. Мою родину надо лечить. Мир полон крови и ненависти. Да, наверное, мир болен. Но разве винтовками лечат болезнь? Но и не пустыми проповедями, Раджа. А вообще, я вам все-таки советую выбрать какой-то берег. Индия. Ура! Ура! Комрад, Совет. Thank you very much. Yes. Это английский. Товарищи ищут переводчика? Да. Таких здесь нет. Я знаю английский. Ну и мерзавец же вы, князь. Да нет, просто сволочь. Вот и переведете. Идемте. Ну так что же? Значит, в Москву собираетесь, гости дорогие. Ну? You must know exactly why you are going to Moscow. To Moscow? Yes. But we... have already informed you. Они хотят поговорить, поспорить. Please. That we are going to meet. Момент. О бессмысленности классовой борьбы. The great leader of большим лидером, вождем большевиков, Лениным. Ну, Ильичу сейчас не до споров. Странно. А нам говорили, что они борются тоже со своей контрой. Или это брехня? What? There are many bandits around. Так кто они такие? What are they? What are you? We have most pure intentions to hear the truth from the leader. I have already written that. I have renounced the title of Raja. I went to study to England, to Oxford. That's all, mister. Ну что? Ну? Минутку. And you? And I am a village teacher. Вот этот левый управляющий, он его хозяин. Учился в Англии. Раджа. Yes, Раджа, Раджа. Князь. Князь? По-ихнему. По-ихнему. We have the same Они name, the liberation of England. Презирают всякое насилие. Red. Red? Red, red. Yes. В том числе и красное. Да. А спросите-ка этого князя, не знает ли он такого Майклсона? Майклсон? Да. Yes, I know them both. We are real colonizers. Может быть, он и Асаншо видел на том берегу? I saw him last night. Night, yes. Понятно. And он навещал его в изумрудном ущелье. Несколько раз. Он готов поспорить с любым, кто посмеет бросить камень в этого достопочтенного и благородного человека. Он его друг. Ваши высокие гости не ожидали встретить здесь человека, владеющего английским.
Я свободен. Сядь. Я ваш враг. Вы, пролетарии, завтра расстреляете меня, дворянина русского князя. А сегодня вы жмете руку индийскому князю. Очень последовательно, а главное, революционно. Политика – грязное дело. Но ты... Как говорят французы. О какой политике ты мелешь? О вашей. Заткнись, а то до утра не доживешь. Спокойно. I'm sorry. Алло? Где это видано, чтоб Ленин к себе всяких князей приглашал? Да еще со слугами. Выводи. Эй, князь, выходи. Побыстрей. Селяви. Мирсаи! Здравствуй! Здравствуй! Ну, рассказывай, какие новости? Газеты привез? Привез, привез. Да что ж ты молчишь? Ильич! Ильич как? Жив, Андрей, жив. А то люди из Кишлаков каждый день приезжают, спрашивают, а ответить им нечего. Видишь, Ленин по Кремлю гуляет. Смеется. А это активист. Почты еще нет, так они сами к нам за новостями приезжают. Ленин жив! Довериться белогвардейцу. Так уж вышло. Готовы искупить? Вы оба головой отвечаете за индусов. Так точно! Ну, как же мы с ними объясняться-то будем? Я переводчика захватил. Вон, глядите, уже при деле. Баба? Наташа. А знаете, это тот самый товарищ, который наших индусов принял за английских шпионов. Чандр, мне поручено доставить вас в Каган. Оттуда в Москву. Но мне еще приказано попутно сменить людей на горных постах. А выделить для вас отдельную охрану не могу. У меня на счету каждый человек. Мы поедем с тобой, Мирсаид. Вот и хорошо. Что везут на тех верблюдах? Школу, учебники, глобусы, тетради. Колледж братства и любви. А здесь ценный груз мотыги. Сейчас невозможно дать большего. Даже простые мотыги мы заказывали в Швейцарии. Учебники и мотыги, просвещение и труд. Это символ вашей власти.
Стой! 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 Не положено. Именно. Товарищ учитель, вам тоже не положено. Дайте сюда. Представьте себе, Чандр, что мой дед ничего не знал о таджиках. А для меня мои отношения с Мирсаидом так же естественны, как дыхание. Невероятно. Он человек совсем иного мира, иной культуры. Я его не просто люблю. Он мой герой. Я, как и всякая девчонка, начитавшись книг, рисовала себе какого-то идеального героя. И ведь надо же, забраться за 3000 верст, почти к самому небу, и встретиться с Мирсаидом. Судьба. Банда уходит по изумрудному ущелью, а дальше мой кишлак. Бандиты скачут быстрее нас. Что ты предлагаешь? Догнать? Допустим, догнали. Ну, и что же, предлагаешь стрелять бандитов, то есть людей? Но другого способа спасти кишлак нет. Хорошо, что это ты понял. Но мы не можем двигаться быстрее. Пока протянем мост, пройдет 2 дня. Проклятие. Эй, Чандр, ну как? Я понял все, Аббас. Выслушай меня, Чандр. Я ухожу в интернациональный отряд. А ты? У меня другой путь. Но я никого не осуждаю. Прости меня, Чандр. Имя твое наполняет надеждой сердца униженных. И день в их глазах светлеет. Ты зовешь людей к миру. Но люди в ярости творят зло.
Ребята, смотрите. Настоящая невеста. Здесь погиб мой Камал. Наш Камал. Лавина унесла его, и никто не знает куда. Для меня он стал жизнью этих гор. Помнишь, Мирсаид? На его свадьбе с Гульнор я убеждал вас отгородиться от мира в обители счастья и любви. Но мир изменился и пришел к вам. Он вам принес разум и добро, больницу и школу. Ты был прав, Мирсаид. Тогда я рассказывал сказку. А я хотела прибраться. Заглянула случайно в сундук, а там вот это платье. А чье оно? Мать берегла его для моей невесты. Тогда я сниму. Нет, нет. С этого дня оно твое. Товарищ Аббас! Товарищ Аббас! Вы с пятью бойцами остаетесь в кишлаке, возглавите отряды самообороны. Кто? Я? Отряд? Я хочу воевать, Олег! Драться! Чандр, неужели они не верят, что я отказался от проповеди ненасилия? Почему вы мне не верите? Верю. Но поверьте и вы, здесь нет тыла. Здесь у каждого камня фронт. Прощай, брат. Что это? Ты же уверял, что дорога безлюдна. Это красный пост, уничтоженный моими людьми. Ваш караван с оборудованием уже там. А за перевалом прямая дорога на Бухару.
Кого же резали твои люди? Молчать! Эй, пулеметы, вперед! В атаку! Круговую оборону. Трое в северном зайдите. Мамаскул, Дурды и Пергаш. Есть. Остальные на местах. Кудрат, Василь, за мной. Стрелять прицельно, патроны беречь. Держи Гафура. Держи коня, конь не влезай. Мерсаид! Мерсаид! Уходите, я сама! Вперед! Окружайте их! Трубач! Клятый индус! Брат! Бывает, князь! Нет! 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 Командир, на вверенном мне... Вот ждали. Никого не было. И вдруг пришли. Думали, нам конец. Ребята, скорее в юрту, в юрту. Осторожно, взяли. Так. Тихонько. Ага. Так, так. Постой, генерал не удержится. А ты год границу держал. И местное население на свою сторону перетянул. Вот за это тебе благодарность, что они не по смочам идут, а советскую власть наручают. О,
как выручают, товарищ командир. Увидели, что нас осталось мало, со всей округи пришли. Юрты поставили. Вместе, говорят, с бандитами драться будем. И дрались, как дьяволы, товарищ командир. Вот. Маматкул. 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 Слушаю. Индус идет к Ленину. Чандр? К самому Ленину? Да. Ты знаешь, Асаншо, он попытается снова напасть на нас, чтобы отбить оружие. Мы не можем рисковать жизнью Чандра. Необходимо помочь ему. Хорошо, командир. Я провожу Чандра к верным людям. Все, приехали. Эй, браток. Этот индус едет к Ленину. Его на лошадях надо доставить в Ташкент. Впереди путь разобран. Хорошо. Доставим. Джигиты! Байрақи сурх джилвагар бодас, афтоби сахар басар бодас. Я посвящаю слово сыну Индии, что Ленин принес кручину Индии. Он к Ленину пришел как друг, как близкий, ему поведал о беде индийской. Цель путника всегда была светла, и к Ленину индийца привела. Это же семена, что вы... Господин офицер! Асаншо? Кого я вижу? Сюда, сюда. Как вы попали в этот эшелон? Неужели вы служите красным? Связать? Я был в Москве. Знаю, связать. А вы поймете, если я скажу все как есть? Пойму, но это не ответ. Еще один. Коня мне! Послушайте, Асаншо, если у вас осталось хоть капля совести, отпустите меня. Изумительно. Правда, вы индус. Так просто смотрите на вещи. Не выйдет, Чандр. Но почему? Лично к вам я вражды не питаю. И тем не менее я отвезу вас в Бухару. За такую услугу англичане мне неплохо заплатят и возьмут с собой за кордон. На вашем месте я бы застрелился, Асаншо. Вам повезло. Вы увидите редкую казнь в наш
просвещенный век. А именно? Одну из юных жен Эмира сегодня утопят в реке. Нет, увольте. В таком виде меня средневековье не прельщает. Дикая девчонка. Ее привезли с гор. Она влюбилась в солдата, тоже горца. Ему сейчас перережут горло. Да вот ее ведут. Бог мой! Это же Турамо! Да, вы должны помнить. Кто? Это ужасное. Я же подарил ее Эмиру. Тахир! Тахир! Турамо! Какой ужас! Собрать людей на убийство! Как же ничтожен должен быть ваш мир во всем остальном, если он мстит беззащитным! Вы бесстрашны. Как смертник. Таковы мои убеждения. А смерть я видел много раз. Свои убеждения вы привезли из Кремля, не так ли? Но для этого нужно было увидеть и понять революцию, ощутить ее масштабы. Революция, конечно, очень эффектное зрелище. Вспышка. Ее можно потушить. Потушить можно пожар. А революция — это люди, у которых есть идея, и вождь, и партия. Вождь. Ему не взять Бухары. Слышите? Ленин никого не завоевывает. Он побеждает своими идеями. Мысли этого величайшего человека стали жизнью миллионов людей. Вдумайтесь. Уже Туркестан получил свою государственность. Яркая агитация. Что, вы приняли веру коммунистов? Нет, я не коммунист. Но я восхищаюсь их гением и сочувствую их идеалам. Когда мы возьмем Ташкент, я предложу Ленину мир. Как вы полагаете, он согласится? Для вас есть небольшой сюрприз. Ну что же, порадуйте напоследок. У меня в Бухаре 5000 коммунистов. И все они толкуют о свободе. Мне приходится вылавливать их и казнить. А не могли бы вы развеять иллюзии этих утопистов? Каким образом? Ну, скажем, заявить им, что идеи ленинского социализма непригодны для Азии. Вам поверят. И кое-кто избежит встречи с палачом. А вы с Майклсоном. Если я даже и соглашусь солгать, это ничего не изменит, ваше высочество. К Майклсону. К Майклсону. Скажу откровенно, вы были моим самым трудным противником. С вами мне всегда не везло. Господин Майклсон, вы прекрасно сыграли роль моего слуги в Афганистане, продавца меда на базаре. Это была работа настоящего артиста. Сейчас вы без грима. Прошу. Спасибо. Однако вы слуга до сих пор. К чему нам ссориться? Мы можем с вами отлично поладить. С вами? Я не ослышался? Нет. Расстрелять человека — дело нехитрое. А что, если я вас отправлю на родину, в Индию, а? К моему дяде. Помните старика Майклсона? Он вам даст хорошую должность в администрации. Вы человек энергичный, деловой, образованный. Сможете принести немалую пользу своим соотечественникам. У нас с вами разное понятие о пользе. Ну что ж, в таком случае, послушайте вот это. Пользуясь своими правами и в полном соответствии с законами империи, военный трибунал приговаривает обвиняемого Раджу Чандра
к расстрелу. Жаль. Такой бесславный конец после стольких лет борьбы. Жаль. Не правда ли? Но это лучше, чем сделка с совестью, сэр. Хотите что-нибудь сказать? Индусы, я убежден, счастье Индии в дружбе с Советской Россией. Вы убьете меня за то, что я хочу для Индии свободы. Вы убьете меня за то, что я видел Ленина. Вы можете меня убить, но заклинаю вас, индусы, не стреляйте в революцию. Огонь! Нет! Нет! Я вижу вновь родимые края. Привет тебе, о Индия моя! Мне радостно, что я с тобою снова. Тебе от Ленина принес я слово. Сказал он, пробудится Индостан, ведь близко Русь рабочих и крестьян. Под знаменем он станет боевым. Мы здесь, в России, искренне хотим единство всех трудящихся Востока. Тогда-то гнет, что властвует жестоко, низвергнут будет, и воспрянет Азия. Могучей и свободной станет Азия.